Конечно, если вы покупаете дом за полмиллиона, за миллион, за полтора, тогда есть смысл обратиться к гутахтеру, хотя это никакой роли не сыграет. Если вам дом понравился, вы приехали его смотреть и хотите его купить, тут, что бы ни написал гутахтер, вам все равно этот дом, если понравился, вы его будете покупать. Не будете обращать на то, что он напишет вам в отчете, да, об этом, какую оценку сделают этого дома. Но так как я работаю с недорогим жильем, у меня вот такой необходимости нет. Какой смысл оценивать квартиру, которую вот я покупаю за 10, за 15 тысяч евро? Что там еще оценивать? 5 тысяч отдать еще гутахтеру за оценку. Вот. Либо дома за 25, за 30 тысяч. Я тоже не вижу смысла их оценивать. Вот я бы обратила внимание на старые долги, которые есть за вот этим объектом. Если у вас удастся, лучше обратите внимание на это. Вот. Ну а так, кто как любит, если вам отчет гутахтера будет полезен для того, чтобы принять решение на покупку, то можно делать, но большого смысла я в этом не вижу.